Находясь в Atlantic City, приняв прекрасные ванны в бассейне, а потом искупавшись вот здесь, хочется одеть приятный мягкий халат, ласкающий разные части тела. Но если вдруг он после стирки сел, лондромат неправильно сработал, это не то, что вы думаете, он на самом деле просто сел. Мы все равно прикроемся. Как? А вот так. Мы красиво его завязываем. Если вы хотите, чтобы у вас была талия, плотнее завяжите. Еще плотнее завяжите. Чтобы у вас была талия. Есть талия сейчас? Есть. Если вы хотите, чтобы ваша головка не намочилась, для этого есть прекрасная шапочка. Это шапочка. Это, если вам нужно побриться. Мы имеем второй карман. Шапочка. Если у кого лак, у кого гель, вы не хочется по второму разу мазаться, дабы не тратиться, для этого есть шапочка. Как мы ее делаем? Мы ее распаковываем, потом мы ее растягиваем, надуваем и красиво одеваем на голову. Не похож на презерватив? Нормально выглядит? Да. И вот так вот вы красиво продолжаете ваш день. Всего хорошего. Я пошел.